Всем привет! Добро пожаловать в жаркий и гостеприимный Саратов. Здесь продолжается программа недавно начавшегося шестого тура Мелбет первой лиги. Я не случайно сказал, что жарко. В Саратове 34 градуса. Вы видите сейчас Сокол против Химок. Михаил Черемных из Перми дает стартовый свисток к началу второго матча шестого тура Мелбет первой лиги. У него в этом сезоне уже два забитых мяча есть. Розыгрыш низом, удар в дальний угол, и мяч летит параллельно воротам. Но это было безумно опасно. И, возможно, самый острый момент пока в этом матче. Обухов среагировал. Давайте посмотрим на повторе. Руденко. Хорошая скидка получилась. Заброс на левый фланг. Туда открывается игрок Химок. Удар по воротам. Косаревский тащит. Вот и ответ подмосковной команды. Хорошая комбинация, атака все еще не закончена. Пас в центр, Исаенко сюда зашел, заброс налево. Борьба на подступах к штрафной площади. Опускает вниз мяч Югалдин. Поставил корпус Бабаев. Нет, это Козловский. И вот момент для удара и для добивания. Ну-ка, ворота пустые, попасть, Бабаев. Гол, неужели? 1-0! Саратовский «Сокол» выходит вперед, и это капитан Артем Молодцов. Господи, спасибо тебе, мил ты человек. Будет теперь на что посмотреть. «Сокол» выходит вперед и призывает Артем Молодцов праздновать в стиле Владлена Бабаева. Но забил не Бабаев, а его партнер ошибается. Голубович мяч подарил Морозову. Владислав штрафной под правую и бьет в ближний угол. Обухов вытаскивает. Резво. Начинают команды. Видимо, перерыв прошел не впустую. Выслушали установки тренеров, при том, что «Сокол» появился даже чуть позже, чем проигрывающие по ходу матча «Химки». Там Юрий Нагайцев вместе с Андреем Талалаевым, который сегодня отсутствует на тренерской скамейке, свои изменения тоже внесли. Двойная замена произошла. И будем присматриваться, кого на поле у «Химок» нет. Панченко, как и Берковский, чуть позади. Панченко через себя попытался пробить. Степанов мяч подхватывает. Неудачно обрабатывает. Подача. И снова Панченко не попадает. Вот удар по воротам. Рикошет. И мяч рядом с воротами пролетают. Но наконец-то «Химки» стали на себя похожими, а? Дважды не повезло Панченко. Не попал он по мячу, но с подбора заряжал Нитфулин. Практически одноименная группа. Подача Хасонова на ближнюю, отбивается «Сокол». Пустые ворота там у «Химок», но на подборе Хасонов. И Михаил Черемных дает финальный свисток. Третья домашняя победа из трех для «Сокола» подряд. И «Сокол», вы не поверите, возглавляет турнирную таблицу «Мелбет» первой лиги, набирая 13 очков после 6 туров. Этот матч для вас комментировал Павел Чепурин. Следите за «Мелбет» первой лиги и болейте за своих. Пока.